Омские энергетики научились легко предупреждать аварии на электросетях. Возможные дефекты они видят с помощью специального оборудования последнего поколения. О предсказаниях, которые он сообщает в нашем материале. Ежегодно в Омской области энергетики обследуют 2000 километров электролиний. Это как от Омска до Москвы. За год осмотреть такое расстояние было бы невозможным, если бы не помогла наука. Она подарила специалистам службы диагностики тепловизор. Именно этот прибор, а не фотокамеру, держат в руках сотрудники филиала МРСК Сибири «Омскэнерго». Подойти поближе, уточнить вот одно место. Сейчас диагносты Александр Мажерин и Александр Шевченко изучают опору линии электропередачи. Особое внимание на контактные соединения и изоляторы. Именно в этих местах возможны перегревы и, как следствие, аварии. Все, что раскалилось выше температуры воздуха, тепловизор показывает красным цветом. Работа тепловизора основана на возможности его видеть в инфракрасном спектре. В свою очередь он преобразует инфракрасное излучение в электрические импульсы, которые отображаются на мониторе. Почувствовал облегчение, ну и как бы удовольствие, то есть работать более интересно стало. Сегодня тепловизор для энергетиков-диагностов – главный прибор. Обследовать линии приходится часто. По нормативам только новое строительство и воздушные линии старше 25 лет с периодичностью раз в год. Теперь очередь дошла и до одной из крупных энерговеток. С помощью тепловизора диагносты исследуют линию электропередач максимального класса напряжения для Омскэнерго. Она передает электричество на подстанцию, от которой запитаны в том числе крупные заводы «Бараново» и «Полет». Современные тепловизоры появились в Омскэнерго сравнительно недавно, а их старые версии уже как 10 лет назад. За это время, отметили специалисты, многие аварии предупредили заранее. И это благодаря тому, что с прибором возможно спрогнозировать износ установок. На тот момент выявлялось дефектов больше, и аварийных в том числе. Но вот сейчас, как бы за вот этот период времени, есть тенденция по снижению вот именно выявления аварийных дефектов. То есть, как бы мы видим эффект вот именно от проведения тепловизионного обследования оборудования. Опора, которую на глазах журналистов изучили диагносты, показала себя с хорошей стороны. А для потребителей это значит только одно – да будет свет. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.